Дорогие земляки, салам алейкум. Хотел поделиться важной информацией. В последнее время какой-то шквал, какая-то лавина обращений и жалоб со стороны дагестанцев, как из республики, так и из российских регионов, на неправомерное, незаконное давление со стороны чиновников и оборотней в погонах. На наших земляков вешают преступления, которые они не совершали, и дают им большие сроки. И это не единичный случай. Вчера, буквально допоздна, рыдая, в слезах, пожилая землячка рассказывала, как ее сына засадили на долгий срок за преступление, которое он не совершал. Кроме того, растет давление на бизнес дагестанцев по всей России. Хищнические способы отъема и передела бизнес-активов. Скорее всего, нам придется создавать большую адвокатскую группу по защите интересов права свобод наших земляков, вплоть до возрождения штаба оперативного реагирования при Российском конгрессе народов Кавказа, который очень успешно зарекомендовал себя в годы самого тяжелого давления на кавказцев. Мы будем биться за каждого земляка.